Ну, спустя час, время перекура. Да, Андрей фигачит. Так, ну что у нас здесь получается? Брали шифер, брали столбы, убрали сетку, кинули леску. Здесь солнце мешает немного. Вон там будет у нас ориентир один. Леска сейчас криво стоит, потому что столбы копаем. Вот, в басмачах своих. Сегодня вечером буду в других розовых. Здесь Иван, братец, делает отверстие. Здесь вот мы немного выкинули, сделали, чтобы весь хлам такой био-эко был. Вот так вот сейчас на данном этапе это все выглядит. Спустя час после предыдущего видео.